Саша, у меня такие новости. Ты ахнешь. Только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара. Тебя кто-то спрашивал? И только за последние 7 суток противник потерял 280 единиц техники. Сказать легко, а сделать трудно. Из них 41 танк и бронемашин 102. Так, давайте перемотаем немного назад. Я ничего не понял. Повторяю еще раз. Ну тогда другое дело. Это в значительной степени результат вашей работы и работы ваших боевых товарищей. Ну что с вами, опять? Есть проблема, он псих. Согласен. То есть мы не можем им управлять, он неконтролируемый. Совершенно верно. Совершенно верно. Мы ему говорим делать одно, а он делает совсем другое. Такой мультик «Мусорная жаба», да? Слышь ты, жаба. Жаба молодец, она на нашей стороне занимается решением экологических проблем. Ничего тупее я не слышал в своей жизни. Ну, как говорится, все для народа. Все для народа. Ряды Путина. Просто восхищаемся своим президентом. Да, это наш царь. А мы не цари природы, мы экскремент природы. Нет, царь не надо, плохое ладно, слово. Ладно, не царь, ладно. Это наш лидер. Национальный лидер, наш да. Национальный лидер. Лжи. Десятки таких подпольных кличек. Он так быстро и так сконцентрировался. И разрулил быстро ситуацию, которая произошла. Кто эти люди, а? Я не помню, они у вас тут все одинаковые? Да, мы знаем, что у нас президент. Чепушила. Все может, что бы ни случилось, и не допустил военного мятежа. Гонит. Быстро, красиво, все. Говорят, если взяться за руки, желание усиливается. Вы не пробовали? Отреагировал. И все президента поддержали. Пока я не описывался от восторга, вот здесь можно поподробнее? Вся страна поддержала, все общественные организации, Дума, все абсолютно мэры. Ну, дура какая-то. Я прям не знаю. Есть русский дух, есть Русью пахнет. Да. Не нравится он мне. От него хаосом пахнет и крысой. За родину, за Стаса. Какой мутный тип. За победу. За победу, за нашу победу. За Путина. Это же сумасшедший дом какой-то. Я Киреева Юлия Ивановна, учитель в четвертом поколении. Никогда не голосовала за Путина. Как-то неожиданно. Но сейчас я готова заслонить от пули нашего президента. Твою ж итальянскую мать. Наши мужья, братья, наши дети, ученики. И если они сейчас не выстоят, если мы им не поможем, не будет у нас Родины. Сгораю от нетерпения. Чем быстрее, тем лучше. Усек. Мы будем о вас молиться. Мы вам будем помогать всем, чем можно. Держитесь, любимый. Я задерживаюсь из-за пробок. Я даже знаю, из-за каких. Мы с вами всегда и навсегда. А вообще, баба в походе всегда пригодится. Что же теперь делать? Продолжим следовать известным курсам. Ты, Вова, только вступил на дорогу потерь. Так. Аминь.